Вообще на сегодняшний день, да, действительно, при раке легкого есть целый ряд мутационных тестов, которые непосредственно приводят к действию. В двух случаях это очевидно, это зарегистрированные препараты, это мутации GFR и транслокации ALK. Есть мутации BRAF. Здесь регистрации BRAF-ингибиторов нет для лечения рака легкого. Но если взять всю совокупность данных, те единичные случаи, когда дабрафенип или вемурафенип применялись для лечения BRAF-мутированного рака легкого, там тоже абсолютно доказанный эффект. И можно считать, что если доступны препараты, то, в общем-то, здесь достаточно вполне оснований, чтобы за мутационным тестом следовало назначение препарата. Ну и сейчас проводятся испытания MEK-ингибиторов. MEK — это следующий белок после генов RAS и RAF, соответственно, те разновидности рака легкого, где мутация в гене KRAS, они тоже, здесь мутационный тест, по крайней мере, ведет за собой на сегодняшний день клиническое испытание. Будем надеяться, что и назначение препарата. Ну, по крайней мере, часто я говорю так, что, наверное, самое яркое событие клинической онкологии прошедшего десятилетия, нулевых годов, это, в общем-то, случайное открытие мутаций в рецепторе эпидермального фактора роста. Дело в том, что впервые за всю историю онкологии появился молекулярный лабораторный тест, который с практически 100% вероятностью позволяет сказать, будет эффект от лечения или не будет. Если мутация в рецепторе EGFR есть, то это практически гарантирован эффект от любого тирозинкиназного ингибитора, гефитинип, эрлотинип, теперь афатинип. Если мутации нет, то почти наверняка, если эффект и будет, то очень небольшой. По крайней мере, здесь частота объективных ответов меньше 5%. На самом-то деле, когда в 2004 году появился тест на мутацию GFR, первое, что отметили специалисты, что для молекулярного биолога это относительно простой тест. Здесь всего два участка для мутаций. Это так называемые делеции. Что такое делеция? У нас рецептор сам содержит, если я правильно помню, примерно 1700 аминокислот, такая длина белка. В случае делеции 5 аминокислот, соответственно, 15 нуклеотидов выпадают. Это один и тот же район, и поэтому здесь один единственный ПЦР-тест позволяет эту делецию детектировать. И второй вариант мутации – это другой участок гена, там нуклеотидная замена, но она приводит к абсолютно такому же результату. Здесь уже не делеция аминокислота, а меняется аминокислота, и при замене аминокислоты тоже наступает увеличенная чувствительность к препарату. И так или иначе, в общем-то, исходили из того, что обе мутации имеют абсолютное предиктивное значение. Это и сейчас остается верным. И действительно, посмотрите, это наше собственное исследование с Владимиром Михайловичем. Тоже этот слайд уже десятки раз показывался. Все-таки на тот момент из тирозинкиназных ингибиторов была только ИРС, а ИРС – это таргетный препарат, он не дешевый. Посмотрите, назначается препарат только больным с мутацией. 100% эффект. Либо у нас объективный ответ, либо стабилизация заболевания. Но ни одна таблетка дорогостоящего препарата не пропадает зря. Это водопад, который показывает динамику размера опухолевых очагов. И здесь очевидно, что фактически 100% эффективность, подавляющая большинство опухолей, либо уменьшаются в размерах, либо перестают расти. И посмотрите, уже тогда, это исследование многолетней давности, это не только наши наблюдения, разумеется, наш анализ был индуцирован аналогичными работами. Посмотрите, красненьким цветом выделены те опухоли, где нуклеотидная замена, синим – это выделены те случаи, где у нас делеция. Во-первых, отсюда даже зрительно понятна частота. Две трети – это делеция, одна треть – это нуклеотидная замена в 858-м кадоне. И даже вот из этой диаграммы зрительно видно, что больные, у которых делеция, они лучше реагируют на препарат, чем те больные, у которых нуклеотидная замена. Еще раз хочу подчеркнуть, конечно, это не только наше наблюдение, это, в общем-то, более или менее совокупность сведений, которая уже тогда, 5-6 лет назад, была достаточно очевидной. Еще один интересный момент –
азбука вообще онкологии, что сначала назначаются препараты, у которых наибольшая вероятность эффекта, а вторая, третья линия – это те препараты, у которых меньшая вероятность ответа. Так строится любая терапия в онкологии. Сначала препараты наиболее эффективные, под словом «эффективность» подразумевается вероятность ответа, потом наименее эффективные. И вот у нас на чаше весов есть таргетный препарат, где вероятность ответа 100%, я говорю только у больных с мутациями, и есть препарат, терапия цитостатическая, там вероятность объективных ответов примерно 25%. Ну, казалось бы, абсолютно очевидно, что если есть препараты, которые 100% дают результат, то сначала надо назначать их, а потом химиотерапию. Действительно, если мы говорим про ответы в первой линии терапии, это так. Но, как ни странно, тоже, наверное, впервые за всю историю онкологии. Вне зависимости от последовательности препаратов, сначала гефитинип, потом химиотерапия, сначала химиотерапия, потом гефитинип, не меняется общая продолжительность жизни больных. Самый главный фактор – это то, что механизмы действия этих препаратов абсолютно различные. Здесь действительно нет кросс-резистентности. Второй фактор, на который проговаривали, стали проговаривать относительно недавно. На самом-то деле, если пациента сначала лечить таргетной терапией, то не факт, что во второй линии его состояние будет позволять получать химиотерапию. Поэтому есть, в общем-то, специалисты в онкологии, которые говорят, что да, даже когда есть очень хороший таргетный препарат, начинать надо именно с химиотерапии. Это дает гарантию, что пациент получит полный спектр лечения. И, может быть, с этим тоже связано то, что продолжительность жизни, в общем-то, при такой ситуации одинаковая. Вот этот баланс между таргетной терапией и химиотерапией, он, в общем-то, справедлив не только для рака легкого, но и для многих других категорий заболеваний. Сейчас это стали обсуждать. Так или иначе, если Иресса и Тарцева были, в общем-то, открыты в определенной степени случайно, сначала появились препараты, а потом в ходе клинических испытаний открыли мутации, которые обеспечивать чувствительность, механизм действия этих препаратов, то следующее поколение ингибиторов – это уже те ингибиторы, которые сознательно ориентированы именно на те случаи, где опухоль легкого имеет мутацию в гене рецептора эпидермального фактора роста. Это новое поколение ингибиторов. И помимо синтеза молекул, которые специфически связываются только с мутированным рецептором, здесь еще целый ряд соображений. Во-первых, рецепторы, это семейство рецепторов HER, это основа Human Epidermal Receptor, а не то, что многие подумали. Так вот, семейство этих рецепторов состоит из четырех тирозинкиназ. Они практически никогда не действуют поодиночке. Дело в том, что между тирозинкиназами этого семейства есть взаимоотношения, они способны образовывать гетеродимеры. И достаточно популярное направление разработки новых препаратов – это создание универсальных ингибиторов семейства HER. Идея такая, что препараты они обладают активностью не только по отношению к рецептору эпидермального фактора роста, это HER1, но также HER2, HER3, HER4. Ожидается, что эти препараты они более эффективные. Другой очень существенный компонент и для Иресса, и для Тарцевы – универсальный механизм возникновения резистентности – это возникновение второй мутации, которая меняет конформацию рецептора, и эта мутация расположена всегда в одном и том же месте. Это позиция номер 790. Ингибиторы нового поколения, они воздействуют не только на рецептор с основными мутациями, они продолжают воздействие свое противоопухолевое, даже если у нас есть Т790М, это уже вторичная мутация резистентности. И в частности, афатинип, который ингибитор нового поколения, он отличается от Иресы и Тарцевы тем, что, во-первых, он связывается не только с рецептором эпидермального фактора роста, но и другими тирозинкиназами. И, во-вторых, он обладает, по крайней мере, в условиях клеточных экспериментов, активностью по отношению к резистентной форме рецептора. Что в отношении клинических испытаний?
Посмотрите, здесь абсолютно та же схема. Одни пациенты, это только пациенты с мутациями в рецепторе PGFR, получают сначала афатинип, потом химиотерапию. А другие пациенты получают сначала химиотерапию, а потом афатинип. Посмотрите, эта картинка очень напоминает то, что мы уже видели на гефитинибе. Абсолютно одинаковая продолжительность жизни, вне зависимости от того, с какого препарата начинается терапия. Но вот тут возникает нюанс, когда, в общем-то, впервые в истории подобных испытаний проводится раздельный анализ тех больных, у которых нуклеотидная замена, и тех больных, у которых дилеция. И вот этот слайд, он уже для тех, кто занимается работой с раком легкого, это для тех, кто занимается, хорошо знает проблему мутации, это уже определенная неожиданность. Выясняется, что те больные, у которых лучший ответ на тирозинкиназные ингибиторы, если они получают именно афатинип, а не другой препарат, именно в первую линию, по всем канонам химиотерапии, то у них продолжительность жизни достоверно выше, чем у тех, кто получает тирозинкиназный ингибитор после химиотерапии. Если взять вторую по частоте мутацию, 858-й кадон, то этой закономерности нет. И вот отсюда уже серьезный вывод. Если в отношении ингибиторов первого поколения гефитинип, эрлотинип, какая мутация, дилеция или замена, не имела никакого значения для тактики лечения, все определялось видением врача, то вот здесь идентификация именно дилеции, в общем-то, на основе клинических данных говорит о том, что именно тирозинкиназный ингибитор, именно афатинип, должен применяться до химиотерапии. И теперь приходится идти в новые дебри и попытаться выучить, какие мутации бывают в рецепторе GFR. Я должен сам признаться, многие догадываются, что я занимаюсь как раз преимущественно мутациями, что это моя специальность. Я, допустим, то, что дилеция и замена, я всегда помнил, а вот в каком экзоне я всегда вынужден смотреть. Мне не выучить, в каком экзоне, просто не было необходимости. А на самом-то деле это тоже достаточно отдельная область. Посмотрите. Экзоны – это те участки гена, которые выполняют кодирующую функцию. Ген состоит из фрагментов. Здесь у нас каталитический домен рецептора. 19-й экзон – это там, где дилеции. 21-й экзон – это там, где замена 858. В 20-м экзоне между ними бывают либо мутации вторичной резистентности, они приобретаются в процессе лечения, либо это малоизвестные мутации, там еще бывают инсерции. Это давно показано, что если мутация в 20-м экзоне, то шансов получить ответа на терапию практически нет. И опять же, малоизвестные мутации в 18-м экзоне, только сейчас они стали привлекать внимание, потому что, похоже, они тоже ассоциированы с чувствительностью к терапии, по крайней мере, с чувствительностью афатиниба. Это все большая редкость. Основное, тесты, они ориентированы на дилецию, на 858-ю замену. Большинство молекулярных тестов не ориентированы на то, чтобы анализировать мутации здесь. Почему у этих мутаций разная функциональная роль? Ну, понятно, белок – это конформационно сложная молекула. Соответственно, вот все эти кадоны, 858-й кадон, здесь дилеция, у нас здесь, они расположены в разных участках гена. И вполне ожидаемо, что разные мутации приводят к разным изменениям конформации белка и, как следствие, к разному эффекту химиопрепаратов. Что интересно, более или менее одни и те же закономерности, что больные с дилецией, у них все-таки лучше, если тирозинкиназные ингибиторы применяются в первой линии, характерно не только для афатиниба, но и для ингибиторов первого поколения. Посмотрите, вот если темно-синие точки, это как раз дилеция. Если точка находится слева, это означает, что препарат лучше применять в первую линию. Посмотрите, в отношении дилеции оба испытания с афатинибом, испытания с гефитинибом, испытания в меньшей степени испытания с эрлотинибом все-таки показывают, что больные с дилецией, действительно, у них судьба может складываться немножко получше, если в первую линию терапии применяется именно тирозинкиназный ингибитор. Еще один аспект. Все-таки в связи с тем, что именно афатиниб обладает специфической мутацией
специфической активностью к мутации, которые ассоциированы с резистентностью к РС и Тарцеву, афатинип обладает, пусть и небольшой, но все-таки обладает активностью уже после РС и Тарцева. То есть те больные, которые получали либо гефитиниб, либо эрлотиниб, в небольшом проценте случаев они все-таки отвечают на лечение афатинибом, либо это связано за счет активности к резистентным мутациям, либо за счет ингибирования других киназ. Ну и на самом-то деле проблема поиска новых мутаций, она представляет интерес, потому что подавляющее большинство тестов, которые есть, они выявляют только частые делеции и замену в 858-м кадоне. На самом-то деле, если подходить к этому вопросу систематически, то выясняется, что достаточно большое количество пациентов имеет мутации, о которых раньше не знали. Ну, в частности, это наши собственные работы, которые продемонстрировали, что в 19-м экзоне бывают не только делеции, а инсерции. То, что там инсерции бывают, это знали и до нас, но эти инсерции также связаны с чувствительностью опухолей к таргетной терапии. И это заключительный слайд. Здесь испытания афатиниба у больных с редкими мутациями. Как раз на этой картинке достаточно очевидно, что те больные с мутациями, которые в других клинических испытаниях не учитывались, они достаточно часто демонстрируют ответ на лечение. Спасибо за внимание. Сергей Наумович, а все-таки чем отличается? Вот я посмотрел, что гефитиниб и эрлотиниб обладают одинаковой активностью примерно при делеции в 19-м экзоне, вот 858-й, там слайд очень хороший. А афатиниб все-таки обладает разной активностью. С чем это связано? Так сказать, механизм-то действия и те, и другие напоминают АТФ, да? В чем там дело? Значит, у афатиниба, ну, опять же, это лабораторная наука, поэтому что является причиной, очень сложно сказать. Можно говорить только о гипотезах. Когда разрабатывали ингибиторы нового поколения, что закладывается? Во-первых, это необратимый ингибитор. Он не связывается с рецептором, он его уничтожает. Один из механизмов резистентности к гефитинибу, эрлотинибу – это активация параллельных путей. В данном случае препарат обладает воздействием на параллельные пути. И, наконец, Т790М. Действительно ли это является причиной вот такой разницы, про которую говорили? Или это какие-то другие причины, не связанные с лабораторными испытаниями? На самом-то деле история знает ситуации, когда лабораторные исследования, в общем-то, оправдывались клиникой, и когда оказывалось, что это не имеет отношения к делу. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Нет? Спасибо большое, Евгений. Спасибо.